Hello, это Monarchplay, и у нас продолжение прохождения четвертой части GTA. И это наш любимый Нико, чистильщик улиц. Что, паки? Черт, друг, все пытаюсь вспомнить, что там произошло, ничего не понимаю, ни бриллиантов, ни девушки, черт, это было сильно, ты просто герой. Да-д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 а. И куда нам дальше двигать, расскажите мне, пожалуйста, а? Потому что я немножечко не понимаю. Конечно. Так, и что у нас происходит в данный момент? У нас туда нет, да? У нас типа все пройдено, что ли? Не может быть, что все было пройдено. Свадьба Романа еще не было, да? Я хоть Роману позвоню. О, кстати, прыжок. Он же здесь. Я не знаю, я, наверное, должен долететь, в теории. А на чем надо, интересно, лететь, чтобы... А он упадет, если сделать сальтуху? Я не долетаю, да? Совсем чуть-чуть же не долетел. И куда мне плыть? Обратно? Ну давай обратно. Это значит, надо больше разгон брать. Какой же надо взять разгон, чтобы долететь? Так, ладно, хорошо, я тебя понял. Нам нужна тачка побыстрее, или мотоцикл побыстрее, или не знаю, что нам нужно, но что-то побыстрее. О, погоди, давай. I hope your partnership is a fruitful one. Good luck and goodbye. You've been a useful set of hands. Look after yourself. И что, не понял, это типа все? Где мои титры и прочая фигня? Или что? Как вообще? Как это все понимать? О, Кейт. Здорово. Hey, Kate. I decided to work with that guy. I don't know if it was the right decision, but I did it. He screwed me over again. You see, Nico? You should have gone with your instinct not to trust him. I can't believe you could care about money that much. Well, we do what we can to survive, Kate. Are you coming to Roman's wedding? I don't think so, Nico. I don't want to be around you right now. Mila. Now get out of here. Ну, кроме мотоцикла, вроде больше ничего не долетит. Единственное, как туда разгоняться, я не представляю. Типа, откуда этот разгон надо взять туда? Ну, давай попробуем, если мы туда чуть-чуть не долетели, то сейчас... Сейчас разгон больше. А, это предельная скорость, мотоциклы не такие быстрые просто. Ну скажи, что я опять не долетаю. Вроде гораздо больше я пролетел. Можно, пожалуйста, встать на... Да. Ну я выполнил, но это было не так все равно, просто как надо было. Ладно, выполнил и выполнил. Наверное, стоит связаться с Романом. Потому что, походу, типа, он это, он того, он сюда, он не туда, он это. Короче, ты понял. Надо с ним связаться и договориться по поводу того, где свадьба будет, я так понимаю. Обидно, что, конечно, без Кейт, но ладно. Ladies, this is Roman Berlick, but... Так, да, я, кстати, забыл подвинуть камеру обратно. Здравствуйте. Привет.
И чё? Hey, Cap! Так, нам вооружение надо для начала. Нам нужно вооружение. Давай вот в это. Мне хочу вот в это. Okay. Where to? We're going to Bismarck Avenue. Okie-dokie, friend. Here we are. Great. Thanks. Кто-нибудь со мной свяжется или что-нибудь можно сделать, чтобы... Hey, man, this is a clean business. No trouble. Да. Так, это есть. Надо просто взять немножко патронов вот этих. И... вот этих, если мне не изменяет память. Да, отлично, я перегружен. Как замечательно быть перегруженным патронами. Так, а на этом мы, по-моему, еще не катались. Контендер. А, нет, катались, стопудово. Кто-нибудь, может быть, свяжется со мной. Кто еще есть? Кто еще у нас есть? Кто был? А, Фил, понятно. Здравствуйте, вы позвонили Димитрию. Так, я хочу туда, возможно, попасть на вот эту вот дорогу и кататься долго по кругу. Пока не дозвонюсь до кого-нибудь. Ну, Кейт явно не ответит. Кейт, эй, it's me, Nico. I was asleep. Call me after 8. Sorry, I didn't realize what time it was. Go back to sleep. А, просто сейчас утра. Так, а, нет, знаешь, что я хочу к вертолету. Мне нравится больше всего на вертолете почему-то. Очень не фанатеет воздушного транспорта. Ага, значит, нам по-хорошему надо выйти отсюда. Ловить такси. И доехать до вертолета. Заодно потащится время. So, can you take me to bus lane? А, ну конечно, да, он меня за минуту довез. Ну ладно. Когда мы сейчас на вертолете, короче, долетим до дома какого-нибудь, где у нас, где можно приземлиться, и так, чтобы... Как раз таки там, да. Я не помню, здесь есть аэропорт или нет. Мы катались на самолете. А реально, где аэропорт? Наверное, вот здесь. Давай попробуем самолет взять. Раз уж время надо потянуть, хотя бы потянем его с интересом. Самолет. Вроде должны быть здесь самолеты. Машинки. Ой.
Ответа-то ничего не осталось, извините. А за что? А за что 4 звезды-то? Почему 4 звезды? Что я сделал? Нет, это не рабочий самолет. Ну офигенчик просто. В смысле, в этой GTA что ли нет самолетов? Нельзя быть в этом аэропорту? Можно я проеду? Пожалуйста, спасибо. Большой-то самолет я вижу. Да, вы спустили на колеса, я понял. А маленьких самолетиков я не вижу. Так, в этот большой не попасть. Этот большой взлетает. В четвертой GTA нет самолетов. Это нонсенс. По-моему, были самолеты. В эти вроде сейчас нельзя, да? Нет. Да, здравствуйте, до свидания. Странно, что самолетов нет. Мне казалось, они были. То, что вертолет однозначно есть, то понятно. Портануло. Не, портануло. Где же нет самолетов? Удивительно. Машина по охране. Валят на зону, сейчас добьют. Ну если убьют, то убьют, ладно, чё. Первый раз с такой машиной спиной. Но. Да, мы уже без этого. Без колеса, что очень мило. Как думаешь, с минимальным количеством хп реально вообще сбежать от полиции от 4 звезд? А, подожди, реально. Просто уезжаем сейчас в крайний угол. За самолет. И по идее все. Избежим от 4 звезд. И аварии, конечно. Нет, не сбежим, сейчас к нам приедут. Да блинский. Ехал бы нормально, то мы бы сбежали. Да. То есть это бронированная тачка, есть прикол. Ой-ой. ХП-шек уже не хватит. Один точно выстрел по мне и все. Короче, если меня не успеют убить, меня успеют убить. Да. Мне еще кто начал звонить по миссии. Класс, супер. Ладно, неважно. Без разницы. Мы зато повеселились хоть чуть-чуть. Правда, это не так делается. Ну, короче, броневик у них непробиваемый пули вообще совсем. От слова вообще.
Так, ну... Тут названия не будет. Такси, такси, плиз. Таксишечка. Мне снова нужна броня. Давай, чё, на свадьбу. О, я же говорил. Sure, Roman. I'll see you at the church. I'm looking forward to it. Ну, стопудово это последняя миссия. Так, ладно, поехали, короче, к Рушке. А где надо быть-то? Возле церкви. Странно, что она не появилась. А, 10 утра, понятно. Так, окей, хорошо, значит, 10 утра, 10 утра. До свидания. Сейчас доедем до Оружки. Там у нас была хпшка вообще? А, у нас там дома нет. Тогда нафиг все это дело, короче, выходим, быстро едем в Оружку. И долго ты катить будешь? Так, едем вот в эту вот оружку. Быстро. Потом едем домой, сейвимся, просыпаемся, и скорее всего там уже будет время, когда можно будет спокойно сейчас доехать и начать задание. Так, что там нам, броник? Или немножко патронов? Да патронов там дофига. Нет, гренка нам не нужна, нам нужна броник. Все, так, и, соответственно, едем, короче, сейвиться и спать. Stop the fucking cab! You want to die over this? Так, а, соответственно, мы быстро катим. Да мы просто когда человек обнаружил для себя такси. Постоянно на такси кататься теперь будем. Бесконечно, просто всегда, всегда, всегда будем кататься на такси. Ты, конечно, просто припарковался, как господь бодюшка. Как боженька припарковался просто. Нет. Не выходи, пожалуйста. Так, 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 здравствуйте. Я, возможно, конечно, заехал бы еще одежду, бы взял бы какую-нибудь клевую, типа, совсем крутой костюм за 3 штуки, ну ладно. Да-д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 а. Я же не могу пропустить свадьбу, нет? 3 ночи, нам бы еще поспать. Ну и... Где задание? Где церковь? Ладно, поедем переоденемся. Странно, конечно, ну ладно. А, там, видимо, какой-то день определенный или что? Да что? А, вон, Роман. Ну? Nico, where are you? I'm at the church now. I'm getting married. This cannot happen without my best man. Don't worry, Roman. I'm on my way. Thank you, cousin. Remember to wear some nice clothes. I want you looking good for the happiest day of my life. Сейчас все будет. Hello. Thank you for visiting. Все-таки я проспал, получается. Так, самый дорогой костюм тут где? Две штуки. Нет, нас не устраивает. Там за 3 штуки должен быть костюмчик.
Две штуки нас не устраивает. Где костюмчик за три штуки? Ладно, значит, в этом обычно пойдем. Нет же костюма дороже. Это 300 вообще стоит? А в чем разница между вот этим и вот этим? Ну давай будем модным, ладно. И белые тапочки. Белые. Белые ботинки быстро. Да, окей. Вот так вот. Очень вполне себе. Ладно, давай возьмем самый дорогой костюм, так и быть. Но этот выглядит ужасно. Ну пускай, ладно, чисто потому что типа в дорогом попрёмся. На такси. Место назначения. Отлично, отлично, просто отлично. Отлично. Да. Конечно, было бы неплохо подъехать на другой тачке, но... надо было на тачке подъехать, ну ладно. Look at you in those fancy clothes, Nico. Trying to upstage the groom on his wedding day? Let's get me married. Конечно. Да, все собрались. Ну, по-любому, это, я тебе говорю, финальное какое-то задание. Мистер Белик. I now pronounce you husband and wife. You may kiss the bride. Учитывая, что мы знаем, что у нас Владом тусила, из-за которого вся заварушка началась, по сути. Ну, хотя бы какую-нибудь фразу сделали бы. Серия. Наверное, Дмитрий их того, что-то с ними будет. Я же говорил, надо было теперь его убрать, видимо. Да ты его орешь. Это из-за выбора? Nico, get up, man. Oh, man. Gotta get you out of here, man. Police them soon come. Don't worry, man. Me find him, I'm gonna call you. Leave. Okay. А то есть мы даже если поехали бы Дмитрия разбирать, мы, получается, скорее всего, все равно бы его там не застали, он бы сбежал и отомстил, это был бы месть типа от него. Да. Сейчас, секундочку, у меня звонок. Роман. I'm so sorry, cousin. Как обычно, все пытаются меня отвлечь. Так, да, пересохранить. А чё это я опять оделся-то в своё? Ну ладно, своё так своё. Что за хрень, Ника? Я достану этого засранца, жди тебе, я тебе позвоню и найди себе нормальную пушку, все будет путём, давай. Отлично, опять ждать, чтобы он позвонил. Поедем. Нет, не поедем, в смысле пойдем, короче, во-первых, надо переодеться бы. Да ну можно переодеться, можно в дверь зайду, алло, Ника. Это странная концовка такая, сжеванная, так быстро его просто взяли, брата убили.
Так. Я должен быть суров. Так, а где здесь? Давай. Nico, I found one of Jimmy Pegorino's boys in some building in Curry Square, you know. You see, after the heroin deal, Dimitri's hanging up with Pegorino now. I think this boy gonna lead me to right where Jimmy and Dimitri there. Wait for me. I'm on my way. We will do this for Roman. Sin. One love, Nico. На машине, понятно, окей. Ты не говоришь, что ты где-нибудь в другом городе? Где-нибудь в другом городе, да. Класс. Ну, учитывая то, что тут последнее здание, так и быть, потратим нашу классную тачку. А мы на это гоняли? Вроде гоняли. Так, 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 да, мы просто едем туда, ясно. Я так понимаю, что в любом случае, скорее всего, это произошло бы. В том плане, что это просто скриптованный сюжет. Да блинский, я мою тачку такую дерну. А, и, соответственно, либо если бы мы поехали убивать Дмитрия, его бы там не было, потому что он же, помнишь, развел ребят и забрал товар. Он бы забрал бы деньги, скорее всего. У этих, типа, по договору. Вот. И все равно, мне кажется, такая же фигня была бы. Так, 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 так. Ну, хотя бы доедем давай сегодня до него. А там уже стопанемся, если что. Надо ехать до него ведь через весь город вообще. Такая поездочка. Не понимаю, эксклюзивная эта тачка или нет. И похоже, тоже похожая. Да, но с белыми дисками, но черная. Странно, ну ладно. Так, 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 так. И у всех теперь такая тачка. Ну конечно, потому что все такие, о, Ника едет на этом джипе. Поедем тоже на этом джипе, а чё бы нет. Так, а где мы уже близко? А, да, близко. Ну, сейчас, да, доедем до него, встанем там. И уже, соответственно, зафиналимся на сегодня. И уже все остальное поставим на завтра, я думаю. На следующую серию. Потому что время уже, что мы не успеем, скорее всего, задание сделать. Тут задание по-любому будет долгое. Ну ладно, вот здесь мы и закончим, да. Что ж, спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу в Дискорде, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.